Лучше да, лучше сам, потому что мне как впарит это говно какого-то, правильно? Ну да, так я же хочу. А там там забезишь, где мы кончили, чтобы ну, разберемся. Так что, еще кофейку? Ну, можно. Да? Да. Сейчас. Сейчас сделаем. Хорошая кофейка, да? Вот тут загореется, вот. Где? Вот этот провод. Это, по-моему, нолик. А где именно? В каком месте греется? Ну, еще одна. А, ну, просто спаяй там и все, да? Мы сейчас пока делаем вот так вот. И это, да? И вот так вот. Сейчас размотаем. Тут спаяем, наверное, да, наверное? Чтобы лучше. Ну, где-то, а, вот она. Посмотрим, что-то у нас такое. Там фаза или ноль. Так. Отвертка работает. Что это, фаза ноль? К ним заходит счетчик. Походу это фаза. Это фаза, да. Маналь вот сюда посажен на корпус. Так, где узкогубцы тогда? Сейчас, да. Или лучше плоскогубцы. Или плоскогубцы? Да, давай плоскогубцы, бо узкогубцы они... Начал. Не схватывают из ленты что-то. Паяльник достать, если не надо? А тут не паять не получится. Не получится? Обжимаешь? Обжать хочу. Попробовать. А этим обжимом, да, именно? Нет. Я вам специально хочу вот эти вот. Если налезть, понял? Срезать вот так вот. Одну и две такие. Одеть две трубки. И ключ вам попробовать трубным зажать или плоскогубцами. Отрезать, да, пока? Ну, отрез. Две штуки. Ну, где мой фонарик, Зань? Фонарик, вот он. Давай. В смысле, папа, с фиксатора, если их и так хрен откроешь? Я не знаю. Ну, видишь, как оно тут греется. Точно сейчас проверю, чтобы эта фаза была. Да, фаза. Зараза. Лучше увеличить ее. А, ну да. Пробовал сюда засунуть дискогубцы, ну, понял, я понял. И я понял, растяните. Да, чтобы она была больше отверстия. Где находятся они вообще? В той коробке находится? Да,
у нас фаза? Это у нас ноль. Ой, то есть... Вход фазы в счетчик. Чистим на новый отзыв. Так, а мы взяли. Стрипера. Где лезвие? Лезвие? Сложил сюда или ты положил сюда старое? Да, старое. Там лежит. Оно лежит сбоку. Угу. Да, вот это оно. Вижу. Вижу. Не вижу. Сейчас не вижу. Так, я уже сейчас. Подожди, не лезь пока. Хорошо. Ну, у тебя же резиновые перчатки, так что не волнуйся. Вот, вот я подержу с коробцами их, а ты лучше это сделай, дай. А ты, подожди, подойди. Вячеслав, пизд. Пизд. Запизднулся. Запиздал. Вот, все, две штучки готовы. Хорошо. Надо показать, какие там диаметры. Лезет она, что не лезет? Ну, лезет. Узкоопцию лучше бери. На. Сейчас, подожди, сначала его... скручу как-то. А? Сверчу. Не наденется. Оделась. Потолкнулась. Держи его узколовцем и так толкай, я тебя понял? На тебя. Или не помочь тебе? Ну да. Ладно. Вот так вот. И потолкнул. Две не оденется, походу. Одна. Обжимка может тут нормально будет или лучше скопцами? Давай хоть так. Здесь будет получше.
чем ничего. Все. Тюрьму в садку. Угу. Хорошо, спасибо. Угу. Сразу сверху оденем вот так вот. Что, дай, подожди, дай, дай, возьму. Или ты будешь? Не возьму. Сверху тут близко сюда, да. О, так. Я буду играть, а ты будешь просто отдавать. Пошло. Пошло. Еще или там? Да, сюда. Сейчас я аккуратно. Ага. Все. Ну, сначала придержать и будешь попадать, наверное, да? Так, наверное. А, нет, подожди, сейчас нагреет, и потом сплюсну все. Давай, сплюскай. Да-да, держи, подержи на сейчас. О, держи, держи. О, все, четко. А ты еще фига вот тут надо. Ну ладно, это проще. Нормально там уже. Это нам не денется. Сейчас просто такого. И все. И все, и все равно четенько. А греться не будет. Получше будет, чем было. Ну да. Теперь найди эту гребенку эту. Гребенку сейчас там где? Угу. Давай, ножницы по металлу тут. Нет. Тут не надо еще. Плоскогубцы? Узкогубцы. Узко, да? Узко. Да. Сейчас. А ну, держи. Давай. Теперь мне надо этот шоколада чуть-чуть и этого мармелада. Отвечу. Отвертку давай, крестовую. Крестовую стоит. Вот с красной узкой ручкой. И узкогубцы дай. На тебе узкогубцы. Я не вижу без света. Как бы. А во-вторых, куда-то отвертку тут положила, не знаю, крестовую. А тут нет ее? А, нет? Нет, тут была крестовая. Есть длинная тут крестовая такая. Ну подожди. Давай хоть тут длинную. Или можно на кухне, ну посмотри где-то. Может, плохо посмотрел? Ладно, сейчас глянем еще раз. Нема? Стой, а может быть, когда она попадала, она докатилась? Да, ну у нас просто падала подвилка. Нет, тут... Нет, давай попьем сначала, лопнем пока не стыло. Да. Ну давай, пока свет включу. Ты пока сюда. Это тоже сюда. Что там за кофе? Ух ты. Давай, попробуй. С колбасой даже? Да. Ничего себе. Кофе с колбасой. Колбаса, сыр, кофеек, укус.